В магазин зашли два молодых человека в подвыпившем состоянии. Вот, попросили пакет собрать. Я им собрала пиво, хлеб, колбаску, сигареты. Пока один молодой человек отвлекал продавца, второй схватил пакет и выбежал из магазина. Следом выбежал и его соучастник. У меня здесь в магазине были две женщины. Вот. Женщины великолепные, они так быстро проявили себя. Одна из них позвонила 02, а другая побежала за этим, за грабителем, который первый выскочил. Вот. И выхватила у него пакет, в принципе, но он успел схватить две банки пива и убежали они оба. Сотрудники вневедомственной охраны содержали подозреваемых по горячим следам в четырех кварталах от места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по улице Новороссийская, Владимирская были выявлены два похожих гражданина. Остановили их, проверили, после чего заявитель их опознала. Грабителями оказались 30-летний приезжий из города Ухта, Республики Коми, и 27-летний житель города Солнечногорска. Также известно, один из них ранее был судим за кражу. Как выяснилось, мужчины начали отдыхать еще утром. В одном из баров города-курорта они оставили паспорт в залог, попросив бутылку водки. В настоящее время в полиции в отношении задержанных проводят проверку, решают вопрос о возбуждении уголовного дела.